У меня есть такая игрушка, типа угадай слово, ну угадай букву. Вот. Я ее сделал, не знаю, сколько лет назад. И сейчас хочу обновить. Тут у меня в этой версии как бы сделано просто. Просто в слове нахожу гласные буквы и первую гласную беру, как бы и ну, скрываю, и все. Это вот так работает эта игрушка. А слова беру из своей базы, из своего сайта. Проверьслово.ру. У меня там уже сейчас 80 тысяч слов. Вот. И сейчас хочу сделать по-другому, чтобы было более. Ну, не так более тупо, как бы, а более продуманно, чтобы буквы вставлялись и скрывались по правилам. И вот подготовил тут, например, первый способ. Это буду находить в слове, в середине слове слово SN, допустим, как это называется, буквосочетание. Забыл, блин. Две буквы, как называется? Сочетание с букв. Короче, буду находить либо SN, либо STN, да, например, слово прекрасный, там SN, перекрестный, там STN будет. И буду между SN тоже добавлять пробел. Типа, надо либо вставить букву, либо указать, что ее там нет. Да, это вот такое будет первое правило. То есть это правило на SN, STN. Второй случай будет, если слово заканчивается на гласную букву, типа год, там, ну, доход, там еще что-нибудь, плов, вот, то это будет тоже. Вместо этой буквы будет ставиться пробел, и надо будет вставить букву. Вот, потом следующее правило это будет, если слово заканчивается на шипящую, и вот, и надо в конце либо вставить мягкий знак, либо указать, что его нету. Потом следующее правило будет с твердым мягким знаком. Тоже надо будет либо его указать, либо выбрать, что его нету. Шестое правило будет, если в слове есть сочетание ше, шо, же, жо, че, чо, ще, що. Тоже надо будет ставить либо Е, либо О букву. Следующее правило я сделал. Если в слове есть две гласные, и одна из гласных под ударением, я знаю, что, ну, знаю ударение. Я там не во всех словах знаю ударение. Сейчас вот как раз парсю ударение. Вот, в общем, если я буду знать ударение, и потом, если безударная гласная, это либо О, либо А, либо Е, либо И, и она не в конце, то тогда тоже буду ее скрывать, и надо будет указать какая-то буква. То есть это для таких слов, как, например, ну, например, блин, ну, компот, да, компот. Безударная гласная первая, не в конце слова, либо. Платок тоже, ну, всякие вот такие. Потом восьмое правило. Если слово оканчивается либо на ед, либо на ид, это глаголы, да, например, лечит, там. И еще надо будет доказать, что тут не ё, да, что безударное. Вот, и потом девятое правило, это бербера, перпера. Если есть такие, то тоже буду скрывать гласную внутри этого корня. Вот, это надо будет сейчас сделать.